Привет! В сегодняшнем видео я вам покажу свои рисунки, которые я нарисовала. Мои рисунки вот в этом скетчбуке, блокноте. Но сначала подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что, начнем смотреть рисунки. Так, первый рисунок у меня это вот такой. Здесь олень. Я рисовала красками. Вот такой вот домик. Горы. Здесь я нарисовала мальчика. Здесь девочку. Здесь у меня такой пандочка на ветке сидит. И такой рисунок просто захотелось нарисовать. Какой-то необычный такой яркий рисунок. Такая девочка, которая занимается спортом. С гантелей. И тоже еще одна девочка. Тоже спортом занимается. Вот эта девочка занимается гибкостью, от нее тянется. Нарисовала. И здесь тоже. Девочка тянется, на руках стоит. Здесь у меня такие грибочки. И здесь тоже грибочки. Кексик такой, мишка, зайчик и дельфин. Мальчик, который катается на коньках. Такое. Кружка с карандашами. Такой нарисовал картинку с природа. Листики, клен, пингвинчик, единорожек такой, еще один листик, деревце такое, и бабочка, такая бабочка, кузнечик, смотрите какой. На травке сидит. Это аниме я рисовала. Девочка, мальчик. Еще девочка. Еще один анимешка. Какие аниме? Девочка тоже нарисовала зонтиком. Домик такой. Деревья. Такой зайка сидит. Природа, речка. Картина. И тоже такая лягушка, стрекоза. Жук, улитка. Такая природа. Дельфинчик такой маленький. И кит такой. Курица. Волк.
мышка. Вот такой. Деревья такие в снегу, домик в снегу. Микки Маус. Девочка. Щеночек. Какой рисунок? И такие фрукты у меня нарисованы здесь. И такая девочка. Вот такие рисунки здесь нарисованы. Если вам понравились рисунки, ставьте лайки. Пишите комментарий, какой вам больше рисунок понравился.